Итоги развития в системе здравоохранения и актуальные вопросы обсудили на совещании с депутатами Мособлдумы. Круглый стол «Перемены. Новая медицина» прошел в рамках серии встреч по обсуждению инициатив для включения в народную программу партии «Единая Россия. Подмосковье. Территория перемен». Бесплатное повышение квалификации, транспортная доступность места работы и жилье на льготных условиях – темы, которые волнуют медработников. Также, несмотря на строительство новых поликлиник в Люберцах и современное оборудование, остро стоит вопрос нехватки персонала. Вы знаете, что там начато строительство. С терапевтами понятно, что сейчас у нас горячая пора, много выездов. У нас эта проблема, она такая системная. Понятно, что она в чем-то из-за Москвы, в чем-то еще из-за чего-то. Но нам надо ее все равно кардинально решать, потому что у нас микрорайоны строятся, поликлиники строятся прекрасные, там мы их комплектуем, а работать там некому будет. Ну, Дмитрий там сказал там про терапевтов, мы это, конечно, все знаем, и Дмитрий Павлович это знает, вы это все знаете, да? Сколько сейчас вызовов, и это все дело не отходит, дай бог не знает, чему-то там приведет эта вакцинация, чтобы у вас там стало по свободе, да. Поэтому вам огромное спасибо. И вам, ну, побольше, я не знаю, здоровья и свободного времени, чего в последние годы перестало явно хватать.